Самым главным пунктом закона стала безопасность. И сделаю акцент – человека. Было принято очень верное решение. В законе закрепили повышенные требования к содержанию опасных собак. Согласно новым правилам, их владельцы будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение. Ведь если перенести на жизнь, то зачастую во дворах можно увидеть животных бойцовских пород и без намордника, и без поводка. И отмашка хозяина, мол, он ласково никого не тронет, не гарантия безопасности. Немаловажную роль играет и комфорт человека, того, кто находится рядом. Эксперты уделили этому большое внимание. В новом законе четко прописано, где животным точно не место. Нельзя приходить в пункты общественного питания, если хозяин запрещает. Нельзя посещать продовольственные магазины. Вводится запрет на посещение с питомцами учреждений образования, культуры, социального, бытового обслуживания, сооружений спортивной инфраструктуры.